льются блески на розе росы, так милые усмешки невинной красы. Младенческий образ видит капли зари, а быстро журчащий меж роз и лилей, как перлом блестящий по лугу ручей, так юности утро, играя, течет. Река ж или взморье полдневной порой, как вдол или на взгорье, несется волной, так мужество бурно страстями блестит. Озеро стеклянно, утихнув от бурь, как тихо и важно чуть кажет лазурь, так мудрость под вечер стоит на крыльце. Сколь счастлив, кто в жизни все возрасты знал. Нашего праздника. Примите поздравления от главы Лихославльского района Натальи Николаевны Виноградовой. Уважаемые земляки, дорогие наши ветераны, когда мы говорим о старшем поколении, о вашем мужественном, благородном, достойном поколении, мы всегда говорим прежде всего о благодарности. Ведь все, что сделано в нашей стране, все, чего она добилась сегодня, все, что мы представляем из себя сами, является заслугой поколения, которое вы и представляете. Весь свой век вы честно трудились, дарили родным любовь и заботу, не знали усталости и не смели позволять себе думать о плохом. Вы всегда верили в лучшее и учили нас этому. Сегодня время напомнить вам о том, что мы любим вас, признательны за ваш труд, за ваше терпение и выдержку. Эта теплая встреча – лишь малая доля той благодарности, которую вы заслужили своим созидательным трудом, своей человечностью и, конечно же, своей мудростью. Приятно видеть на ваших лицах неугасающий интерес к жизни, к активному долголетию. Мы же со своей стороны рады предоставить вам как можно больше возможностей применить свои знания, таланты, реализовать потребность в общении. Приходите в ветеранские объединения, организации, клубы по интересам, общайтесь, творите, ведите активный образ жизни, и от этого всем будет хорошо. Ведь и мы нуждаемся в общении с вами, вашей поддержке и, конечно же, справедливой оценке. Недавно состоялись важные для района выборы представителя Тверской области в Государственной Думе и депутатов наших советов депутатов, городских и сельских поселений. То есть тех людей, с которыми мы пойдем дальше. Будем претворять в жизнь наши планы по улучшению жизни в нашем Лихославском районе. Благодарю всех, кто не был равнодушен, кто поддержал на выборах именно те кандидатуры и вдумчиво сделал свой выбор. Нам необходимо ваше доверие, вера в разум, желание изменить нашу малую родину к лучшему. Мы не должны поддаваться эмоциям и не идти на поводу у негативно настроенных граждан. Мы должны быть вместе, а вместе мы – сила. Дорогие наши, в этот день хочу пожелать вам всем здоровья, оптимизма, радости, спокойствия, безмятежных солнечных дней и, конечно же, хорошего вам настроения. С наступающим вас праздником! За активное участие в ветеранской работе и большой личный вклад в военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения грамотой главы Лихославльского района награждается Елизавета Васильевна Забелина, председатель первичной ветеранской организации село Микшино. Грамотой главы Лихославльского района награждается Зинаида Михайловна Орлова, член Президиума районного совета ветеранов войны и труда Лихославльского района. Грамотой главы Лихославльского района награждается Лидия Евгеньевна Селянкина, заместитель председателя первичной ветеранской организации село Вышково. Грамотой главы Лихославльского района награждается
Донбасса, Валентина Ивановна Федорова, заместитель председателя районного совета ветеранов войны и труда Лихославльского района. Здравствуйте, уважаемые участники нашего собрания. День пожилого человека. Как раз мы накануне собрались для того, чтобы поговорить об интересах, нуждах или, может быть, даже проблемах пожилых людей. Для этого день и был создан, для того, чтобы привлечь внимание к такой категории наших жителей, как старшее поколение. Значимость старшего поколения все знают, все понимают. Без старшего поколения не может существовать общество. Если общество не относится с должным вниманием и уважением к этой части общества, то и не происходит передача от поколения к поколению национальных признаков, традиций и так далее. То, что на самом деле формирует общество. И поэтому этот день очень важен. Спасибо вам за ваш труд, спасибо за ваше внимание к своим семьям, к своим родным, близким. Спасибо за ваши кровь, пот и слезы, которые вы пролили, тратили за всю вашу жизнь трудовую и личную. С днем пожилого человека. Спасибо, Александрович. В эту жизнь мы пришли все из детства, из страны ярких красок и грез. И друзья жили все по соседству, где все, кажется, было всерьез. Где соперник протягивал руку, с уважением бой принимал. И в бою этом каждый мальчишка свои силы потом проверял. Мы о будущем вместе мечтаем, всей компанией, целым двором. И пускай время нас разбросает, свое детство в душе сбережем. Дорогие ветераны, я очень рада приветствовать вас сегодня на таком празднике, который так и называется «Золотая осень». И, наверное, начну со слов благодарности. Благодарности администрации нашего района за столь красивый праздник, который уже не первый год мы проводим. И заодно поблагодарить от вашего имени за те экскурсии, которые были проведены в этом году. Можно аплодисментами. Ну а
Сегодня вы, наверное, получили массу впечатлений от нас. Почему говорю «от нас»? Потому что была задумка общая и администрации, и культуры. Мы все сомневались, как же вы будете смотреть на нас? Будете говорить: «Да что это такое? Вырядились, вышли». А вы знаете, мы хотели вам показать, что мы все-таки живем. Я вас всех поздравляю с наступающим праздником. С 1 октября начнутся у нас праздники во всех поселениях. Мы не сможем, как актив, присутствовать на ваших праздниках, поэтому примите сегодня наши поздравления и передайте вашим ветеранам низкий поклон за все труды, которые они прошли в этой жизни. И, наверное, сегодня хочу сказать, что мы должны быть более активными. Вы знаете, очень трудно работать, когда люди отворачиваются и говорят: «Да ну, мне это совсем не надо». А я считаю, если вы собираете негатив, вы чаще болеете, поэтому больше улыбайтесь. И счастливых-счастливых дней вам! Внуки ваши радуют, дети ваши радуют, солнышко светит, жизнь продолжается, но жизнь очень короткая, поэтому обратите внимание каждый на себя, на свою оставшуюся жизнь. Счастья вам, удачи и крепкого-крепкого здоровья. Праздник! Но не было. И в ожидании солнца упоенно,
такое чудо думать удивленно и верить, что закат еще далек. Мы считали быть взрослыми круто и модно, и считали до этого медленно дни. Повзрослели сегодня, а может быть раньше, не заметив момент, что желали тогда. И теперь мы живем и не знаем, что дальше, и мечтаем вернуться в былые года. Когда мы беззаботно смотрели на звезды, любовались за тем, как плывут облака, на глазах моих взрослых, поверь мне, слезы. Просто юность ушла от меня навсегда. Море вернулось, говором чая, ветром прибоя, рассвет пробуди. Сердце как друга море встречает, сердце как песня летит из груди. О, море, море, преданным скалам, ты ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали. Парусы
звали вместе с собой. Грустные звезды в поисках ласки сквозь синюю вечность летят до земли. Море навстречу детские сказки на синих ладонях несет корабли. О, море, море, предам им скалам и ненадолго подаришь прибой. Море, возьми меня в дальние дали, парус малый вместе с собой. Какое дело мне до них, не знаю, но отвести не в состоянии взгляд. На нем от солнца с козыречком кепка, на ней немного выцветший платок. Он очень нежно, но довольно крепко ведет свою любовь под локоток. Идут забавно мелкими шагами, невольно шаркая ногами об асфальт. Плывут себе, того не зная сами, что крылья за их спинами парят. Приблизились, а я не отвернулась. Так умиленно смотрят на детей. Дед подмигнул, старушка улыбнулась, оставшись вечно в памяти моей, наполнив сердце необычным чувством, каким-то неестественным теплом. И было мне невыносимо грустно, когда они исчезли за углом. Они ушли, меня оставив просто подумать, позавидовать во след. Влюбленные им лет по 90, а чувствам 20, похоже, нет. Я со словом любви тешусь. Я знаю, что сюда вернусь. Но вот беда со тем столом. Сидят не все, с кем я знаком. Старые кафе и друзья, и ничего вернуть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старые кафе, и друзья, могла не будничной скотя, как корабли ушли они. Веселый, грустный, тот, кто спел, все скинули в потоки тел. Исчезли старые дворы, и ныне стало сальвары. Старые кафе, верни, друзья, и ничего вернуть нельзя. Проходят дни, проходят дни. Старые кафе, верни, друзья, поклонятся.
вечной скользя, как корабли ушли они. Морщинки лба, смирение мыслей. Я вижу тот незримый свет, свет, отведенный году лет, что пролетели, как мгновение. И вот теперь в стихотворение они ложатся навсегда, навек ушедшие года. Осенний возраст, как бы ни хотелось, да и зима у дома на крыльце. Осенних листьев золотую прелесть я замечаю на твоем лице. Всему есть время, до свидания, страсти, а мудрость лучше, осень ведь мудра, она достойно выдержит ненастье и простоит до зимнего утра. Осенний возраст, вечности основа, букет цветов, созревших для души, не вянет долго, будто заколдован, и будто время больше не спешит. Искренне